Готовы? Ну, с Богом. Петр Ильич Чайковский с юности любил балет. Известен такой случай. Чайковский и его приятель, французский композитор Камиль Сен-Санс разыграли на сцене Московской консерватории спектакль «Галатея и Пигмалион». Сен-Санс исполнял партию статуи Чайковский и Пигмалиона. Оркестр заменил Николай Рубинштейн. Это представление было для своих – в 1875 году перед отъездом на лето в деревню Чайковский получил заказ от Московской дирекции императорских театров написать музыку к балету «Лебединое озеро» за 800 рублей. Однако принялся за него только в августе, когда закончил свою третью симфонию. Об этом он рассказывает в письме Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову. Добрейший Николай Андреевич, очень благодарен вам за милое письмо. Знаете ли, что я просто преклоняюсь и благоговею перед вашей благородной артистической скромностью и изумительно сильным характером. Все эти бесчисленные контрапункты, которые вы переделали, эти 60 фуг и множество других музыкальных хитростей – все это такой подвиг для человека, уже 8 лет тому назад написавшего Садко что мне хотелось бы прокричать о нем целому миру. Я прихожу в изумление и не знаю, как выразить мое бесконечное уважение к вашей артистической личности. Как я мелок, жалок, самодовольно наивен кажусь себе, когда сравниваю себя с вами. Я чисто ремесленник в композиции. Вы будете артист-художник в самом полном смысле слова. Надеюсь, что вы не примете этих слов за пожелание сказать вам любезность. Я на самом деле убежден, что при вашем громадном даровании, в соединении с той идеальной добросовестностью, с которой вы относитесь к делу, из-под вашего пера должны выйти сочинения, которые далеко оставят за собой все, что было написано в России. Я провел лето в различных губерниях у друзей и родных. Работал довольно усидчиво и, кроме симфонии, написал в проекте два действия балета. По приглашению московской дирекции я пишу музыку к балету «Озеро фей». Я взялся за этот труд отчасти ради денег, в которых нуждаюсь, отчасти потому, что мне давно хотелось попробовать себя в этом роде музыки. Мне очень любопытно знать, как будет происходить обсуждение достоинств, присланных на конкурс партитур. Надеюсь, что вы будете среди членов комитета. Страх осрамиться, то есть не получить премии вследствие этого лишиться шансов на постановку моего вакулы, который я пламенно желаю, очень меня терзает. Москва, 10 сентября 1875 года. Здесь, конечно, Петр Ильич Описывает свою версию событий. Но на самом деле, насколько известно, по другим его письмам, балет его давно занимал. Есть очень много свидетельств, что московский период, период его жизни был связан неразрывно с большим театром. Он очень любил балет и постоянно приходил в классы танцовщиков, смотрел репетиции, смотрел, как они занимаются. Он был очень увлечен этим жанром и. И вот это был период, когда Чайковский очень много работал в московских ведомостях, когда он очень часто ездил на, на рецензирование спектаклей. И несмотря на то, что он очень был большим поклонником Вагнера, он очень часто писал на него такие достаточно разгромные рецензии. Все это печаталось в московских ведомостях. Но Вся его любовь к немецкой литературе, к немецкому романтизму, она, конечно, отразилась в том либретто, которое, и на которое он написал музыку к балету «Озеро фей». Сначала это называлось «Озеро фей». Почему так это называется? Потому что в, под Мюнхеном существует такой дворец – Neuschwangau. Потом, чуть позже, рядом с ним был построен новый дворец Нойшвайнштайн. Это уже был Людовик Баварский, когда он его строил. Но озеро, которое вот по преданию, как бы оно связано с сказкой, описанной у Мазеуса. Эта сказка называется «Озеро э, лебедей». Но, но дело в том, что вот мы знаем сегодня совсем другое Лебединое озеро, которое появилось год спустя о смерти Петра Ильича Чайковского, он писал совершенно на другое либретто на свою музыку, Музыки было очень много написано. Для образца он брал всегда партитуры де-либо и партитуры Адана. Это присутствует в разных его переписках. Он сам это описывает. И вот потому что, как бы, он считал, что для балета нужна немножко другая музыка. Но его увлечение немецким романтизмом, Вагнером, оно, конечно, очень сильно отразилось в том, как написана музыка к Лебединому озеру. И для того, чтобы вот лишний раз понять, что это такой достаточно м, икивок э, приношения вагнеровской теме главного героя Чайковский сам называет Зигфридом, потому что к этому моменту уже м, писалась э, знаменитая тетралогия Вагнера «Кольцо небелунгов» и, и одна из опер этой тетралогии как раз называется «Зигфрид». Музыка была отдана в Большой театр, и в 1877 году этот спектакль был поставлен балетмейстером Рейзингером. Балет, который мы знаем, «Лебединое озеро», и который очень любим, и который на сцене Мариинского театра идет с 1895 года, появился к годовщине смерти Петра Ильича Чайковского. Когда вот решили отметить эту дату, сделать такой поминальный вечер, стали думать, что же показать, потому что к этому моменту в Петербурге практически все произведения Чайковского были на сцене исполнены, кроме музыки к балету «Лебединое озеро». Единственный раз в афише Мариинского театра появляется вторая картина «Лебединого озера». За несколько лет до смерти Чайковского ставил ее Лев Иванов, и эта картина имела успех. Почему? И вспомнили о том, что существует такая партитура. Но когда почитали либретто, поняли, что это очень сложно поставить. Мариус Петипа переписывает либретто. Капельмейстер Рикардо Дриго переделывает всю партитуру Тетуру Чайковского и она превращает очень много меняется и допустим знаменитый знаменитая ада у Чайковского написана совсем по-другому совсем другим финалом вот тот печальный финал который мы знаем это Дриго финал балета это Дриго и многие многие допустим вариации Адилии, которые Чайковский это не писал в таком виде это музыкальное произведение, фортепианное его произведение «Шалунья» из детского альбома, которую Дриго превратил в вариацию для Адилии. Вот э -э, Пятипа и Дриго, в принципе, придумали новое «Лебединое озеро», которое стало не просто популярным, оно стало символом русского балета, оно стало самым знаменитым, самым кассовым спектаклем в мире. И Джорджу Баланчину принадлежат замечательные слова, что если кто-либо хочет поставить очень кассовый спектакль, называться он должен прежде всего «Лебединое озеро», тогда он будет иметь и зрительский успех, и очень большой доход.